Мы с тобой сегодня возвращаемся в игру Fend & Hunger. Я ее немножечко перепрошла третий раз, чтобы все было четко, и я не нашла то, чего ты мне говорил. Я перепрошла вступление еще раз и выбрала то, что ты мне говорил. То есть выбрала пойти на задание. На что мне не дали большую скорость. Я также глянула вики, я тут переклеплю. Там, где ты идешь, по-моему, на задание, нету отметочки, что тебе дается скорость. Поэтому либо я опять что-то туплю, либо уже ты не прав. Мы нашли палку. Безупречно. Чуваки, вам вообще нормально тут висеть, а? Может, с вами тут потусоваться? Чувак, ты нормально? Нормально. Да, спасибо за совет глянуть вики. Я ее глянула. Много новой информации узнала. Пойдем? Пойдем. Много новой информации узнала? Народ. Народ? Можно книжечку почитать? Книжечку почитать нельзя. Тут что-то есть полезное? Ребят? Вам вообще на меня плевать? О! Жрец. Они сотворят идола из наших страхов. Мужики, умение убежать. Умение. Умение, ладно, нет умений, да? Защищаться. Пока-пока. Я не хочу с вами драться. Ага, с ними в любом случае надо драться. Я не хочу, народ. Я хочу пройти мимо вас незамеченным. Можно? Можно. Маленький ключ. О, у нас есть маленький ключик. А что тут написано? А тут тоже ничего не написано. Ладно, пойдем дальше. Раз вы такие дружелюбные, я ничего вам даже поперек слова не скажу. Ну, подумаешь, там мужик висит. Но это ваша уже проблема, так? Это не моя проблема. Куда тут? Куда тут можно? Девочка останется голодной. Так, девочка, а что тебе надо поесть? А что тебе можно дать похавать? Смотри, у меня есть сыр, у меня есть гнилое мясо. Что ты будешь? Давайте дадим сырое мясо. Сырое мясо девочке. Все? Нормально? Нормально. Куда меня привело это подземелье? О, быстрые шаги, ах. Нет, погоди-ка, вы в здравом уме, так ведь? Да, конечно, я был бы уже капут в противном случае. У меня нет на это времени. Послушайте, я брожу в этом подземелье уже давно, будто целую вечность. Мое чувство притупилось. Может, прошли годы, месяцы, или может, пару недель. Я больше тут не могу, я чувствую, как разум покидает меня, я просто не могу. Я не знаю, зачем вы сюда явились, но на вашем месте я бы отсюда уносил ноги как можно скорее. Что это было? Мужик, я понял. Вариантов нет. Бежим. Я надеюсь, эта штука за нами не пойдет, так ведь? Мужик, я не могу тебя так и увидеть. Все? Или мы можем пойти? А давай-ка мы пойдем, мы страшные и бессильные. Кстати, ты говорил, что я чем-то похожа на Винди Куплинова. Я не знаю, насколько это хорошо или насколько... Кровать. Мы можем поспать. Отдохнуть, да. Орел и Решка? Орел. Мы можем поспать и отдохнуть. Плевать на монстров, я хочу сохраниться, да. А мы не можем тут? Так, мы чувствуем силу. Так, мы сохранились, правильно? Правильно, все. Спасибо. Спасибо, добрый человек, ты привел меня к кровати. Ты говорил, что я похожа... Мудилень, ты какого черта? Ловушка. Вот гад. Ты говорил, что я похожа на Винди Куплинова, и для меня это... достаточно значимо.
Потому что, скажем так, детство у меня было не особо веселым, особенно в школьные времена. Чё я нажал? Я что-то нажал. Я точно что-то слышу. Глупый разум играет в шутки. А, мы спрятались, наверное. В общем, ладно. Детство у меня было не особо веселым, особенно в школьные годы. Поэтому вот именно я смотрела Винди, и для меня это было как своего рода успокоение. Какая-то отдушина. Мужик? Мужик, я понял. Мужик, я не хочу с тобой драться. Прости, но я тебя брошу. Поэтому да. Для меня действительно было очень значимо, что ты сказал, что я похожа на одного из них. Поэтому да, я очень рада, если во мне кто-то увидит такого же человека, который может своего рода поддержать в трудную минуту. Пойдем выбираться из этого подземелья. Посмотрим, что у нас в боковом, который будет слева. Мне сказали, еще девочку можно будет потом отдать в добрые руки. Вот только я не совсем понимаю, куда, мужик, ты меня не видишь. Нет, мужик, мужик, нет. Ноу. Все, пока. Ты кто такой? Торговец, ну здравствуй, доходяга. Ты чё? Я не доходяга. Твой взгляд. В нем прослеживается пустота, присущая этому месту. Ты кто такой? Дядь, ты кто? Сорока на хвосте принесла, что подземелье недавно проглотили новую порцию бедолаг. А я увидел в этом лишь возможность для моего маленького предприятия. Ну так что, брать что-нибудь будешь? У тебя есть 14 серебряных монет. О! 14 серебряных монет. Так, ну я думаю, надо брать зелье полного... А, это здравомыслие. Полного исцеления. Давай возьмем полное исцеление. Что у нас? Час уже поздний, мне пора идти. Прощай. Мужик, ты чё растворился в воздухе? Мужик, ты куда делся? Скажи мне, пожалуйста, как ты магию используешь? Пойдем сейчас сюда. Кстати, бочки я все облутала. На заметочку. Пройдем, посмотрим, что у нас здесь. Что в бочке? Репа. Очень много, спасибо. Так, у меня до сих пор нога кровоточит или что? Это не к добру, давай не надо. О, у нас и девочка тоже голодная. Ей тоже нужно что-то поесть, ничего не осталось. Да не, ну, не надо. Хотя нам ее не жаль, в принципе, да? Или жаль? Ладно, хрен с ним. Если что, немножко переиграем. Сыр тоже ешь. Сыр это полезно. Все? Ну, ладно, хоть так. О, грибочки. Так, куда мы тут с тобой пришли? Да, открыть взломом. Мужик? Не, мужик. А, ты так гуляешь, что ты не можешь, да, нас не заметить? А мы тебя вот так обойдем. Ничего интересного тут нету. Ты что, к нам идешь? Ну ладно. Две морковки. Две морковки это полезно. Все, возвращаемся назад. С тобой я имею дело не хочу. Ты мне в прошлый раз обидел. Поэтому прости, чувак. Но мы с тобой не дружим. Собираем грибочки. Грибы и то полезнее, чем ты.
Еще грибочек. Мне интересно, что это за пентаграммы? Что они тут за ритуалы такие проводят? Так, еще грибы. Больше грибов. Больше грибов, больше интереса. Как говорилось в новой шутке, те, кто собирают грибы на первый день, пожалуйста, отпишитесь, что вы все еще живы. Ой. Бухлишка. Все? Ой, не-не-не, мужик. О! Орел или решка? К сожалению, здесь ничего годного к использованию. Мужик, ну... Ты еще голодная, сволочь. На тебе гнилое мясо поешь, я не знаю. Все? Мужик, ты уйдешь отсюда? Ты не уйдешь отсюда. Гад. Я не хочу с ним драться, он невезучий. Мы через камни прошли только что, или мне показалось? Наверное, мне все-таки показалось. Можем открыть? Дверь открыта закрыта с другой стороны. Нам что, придется с тобой сражаться? Мужик, ну я так не хочу с тобой драться. Ты такой бесполезный. Может, не надо, пожалуйста? Ладно, иди сюда. Давай попробуем от него сбежать. Умение убежать. Защищаться. Бежим дальше. Обыскать. Орел. Да ну, блин, да ты издеваешься. О, что в сундуке? Открыть. Маленький ключ. Спасибо, как же много. Найди меня, позволь. Пролить кровь. Использовать взлом. Замок слишком сложный. Так, нам нужно срочно восстанавливаться. Полного исцеления. Нет, на мне. Мужик. Чего? Оно не использовалось? Не-не-не. Ладно, защищаться. Отлично. Умение убежать. Чел, я хочу убежать, ты понимаешь это? Хорошо, что мы с тобой сохранились, иначе нам был бы капут. Нам и так капут, да? Ладно. Добивай. Давай. Тебе же меня не жалко, правда? Ну и все. Нет? Нам еще не капут? Удивительно. Мы что, с одним хп вот так будем существовать? Да ну не. Ты что, серьезно? Ну ладно, ей уже капут, ей уже ничего не поможет. А мы-то что? С одним хп реально будем существовать? Это какого хрена? Это какого хрена мы с одним хп существуем? Девочка, мне крайне жаль, но нет, мне никак не жаль. Вот если бы... Здесь ничего не находим. Что? Нет, здесь тоже ничего нету. Мы что, реально с одним хп будем существовать? Серьезно? Мы
хоть немножко сможем что-то сделать или нет? Я взял зелье полного здоровья. Для чего? Для того, чтобы оно меня исцелило. Оно не исцелило меня. Почему? Так, а с какой стороны оно там? Наверное, надо как-то туда пройтись. Давай попробуем. Где-то вот здесь оно должно быть, да? Нет, тут мы не пройдем. А тут... О, тут есть ящики. А ящики не открываются. Нет, и тут мы никак не пройдем. А взлом для нас слишком сложный. Да. А подожди, у нас ключ же есть. Может, мы ключом сможем его добить? Чел, мне крайне жаль, что ты ходишь с одним жалким хп, правда. Но это не моя вина. Я хотел, чтобы ты помер. С другой стороны, нет. Я понимаю, что слабее, но... Чел, может, ты меня добьешь? Я сам к тебе пришел, понимаешь? Я сам к тебе пришел. Спасибо. Спасибо, друг мой. Я сейчас сохраню, если оно не сохранилось. Продолжить. Оно сохранилось. Спасибо тебе, дорогой. Давай мы с тобой пока что на этом закончим. Продолжим мы уже с тобой в следующей части. Ну а я надеюсь, тебе понравилось. Спасибо тебе за теплые комментарии. И до встречи.